Isto tinha palavras. Хорошо, радуйку аудиторию. У вас так много, это очень классно. Много здесь народу не с ПМПУ? Похлопайте, кто здесь не с ПМПУ. А кто не с СПБГУ вообще? А кто не из Питера? Это те, кто вообще проживает не в Питере, ну ладно. А кто приехал в Пункар только ради того, чтобы послушать акустику? Огонь, супер. Чего еще спросить, Женя? Влад, ты как? Когда ты акустике научишься? Нормально. Пепел, который мы сделали вместе. Вот запах с печальным названием вчера. Пустая рюмка на фортепиано, где-то в области сердца дыра. Что мне осталось? Много печали. Ночи, которые нужно забыть. И деньги, которые можно потратить. И время, которое нужно убить. А ей билет на скорый поезд. Солнце, воздух и цветы. А тебе битвы с алкоголем и дурацкие мечты. Катастрофы в личных жизнях, роза в мусорном ведре. Льда кусок в стакане рома, сигарета в тишине. Осенние листья прилипли к асфальту, и дуя лужи, не обходя. Ноги в ботинках чавкают вальку. Я вспоминаю тебя. Серое небо, ты так часто рыдаешь. Ведь солнце с другой стороны у тебя. Солнце с одной, а с другой у тебя я. Значит, ты все-таки любишь меня. А ей билет на скорый поезд. Солнце, воздух и цветы. И дурацкие мечты. Катастрофа в личной жизни. Фраза мусор на ведре. За кусок в стакане рома. Сигарета в тишине. Очки конденсируют капли тумана. Сердце набито тоской. Я буду спокоен, как рубль в кармане, довольствуясь пустотой. Что мне осталось? Немного печали. Ночи, которые нужно забыть. И деньги, которые можно потратить. И время, которое нужно убить. В личных жизнях мусор в розовом ведре. За кусок в стакане рома. Сигарета в тишине. Сигарета в тишине. Браво!
друзья, ради этого я и пришел сюда. Это было прекрасно. Кстати, инструмент называется козу, который сейчас тут в студии, этот зеленый. Минутка